Вообще нападай себе на ум, чтоб знал, как тебе народ относится. А то так и будешь туда прищупать. Ну давай, смотри, смотри. Смотри, что мы сейчас портикова привезем. Да, это на форму, это не на личную. Да, это на форму, да. Никаких вам лично претензий. На форму. Просто да. так заплюндровал эту если форму. Если вы разделитесь головы. Да. У нас также же багажный ручек. Да краснел бы хоть, а? Так, хорошая эта тема обсмакнула с портиком. Делал вообще уже. И мы ее поднимаем. Все взагалит. Давай я с народом сфотографую. Не знаю, что это. Не норм. Забрата будет ясно. Ну, конечно, нас нужно. А кто ему виноват? Он мусарь не пошел, который не спустил. Когда случается авария, что ты делаешь? Вот чуть-чуть. Вот ты смеешь, что это авария. Давайте на того человека не ешим. Рыбу беды. А мы несколько разів встановили на даєшники. Я не можу сказати. Не можна ж всіх рівняти. Я краще не бігаю, я по конторі потрібно вийти. Знаєте, там є ситуація, де є Не давай, не даю ніколи. Я ніколи не давав взятку. Клянусь вам, никогда. Я платил штрафы, я заплатил 8 тысяч гривен штрафов, но я, блядь, никогда не давал взятку. Я никогда не платил взятку и никогда не платил штрафы. Поэтому у меня все машины арестованы. А поэтому у меня машина в лизинг. Это дело каждого. Давай деньги, давай. А когда ты это уже было, бывает? Во время разговора? И палок, конечно. Мы же считаем, что... Ты его, ты 30 дней, супер.